Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы с вами находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения. Люди пишут, задают вопрос, где можно посмотреть вашу продукцию. Она находится на нашем сайте LPFO Pro. Соответственно, на нашем сайте есть раздел «Информация» под номером 6. Вот он. Если мы в него туда вниз провалимся, мы увидим подпункты 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. И один из этих подпунктов, самый первый, 6.1, называется «Демонстрация». Вот здесь вот он у меня открыт. Это я закрою. Вот, собственно, демонстрация. В этом разделе можно посмотреть продукцию лаборатории не в полном объеме, а именно в неком демонстрационном режиме. Соответственно, есть демонстрация качественных методик, количественных, автоматизированных, АЗ-спектр и АС-ЛПФО. Если мы сейчас нажмем с вами на ссылку «Качественные», ну, имеется в виду патопсихологические методики, мы вновь провалимся вниз и увидим демо бланковых качественных методик. Здесь их всего 8. Исключение предметов, классификация, клипец, опосредованное запоминание по Леонтьеву, простые аналогии, таблицы Шульте, тематическая перцепция тест и тест Розенцвейга. Но они представлены, понятно, в урезанном, сокращенном варианте. Если мы нажмем на первый «Исключение предметов», нас сайт переадресует на Google Диск. И вот здесь вот такая кнопочка «Скачать», и, соответственно, мы с вами скачаем архив, который будет содержать часть методики исключения предметов. Давайте это закрою, поскольку я это уже проделал. Значит, архивы находятся под паролем. Здесь это прописано. LPFO. Архив, пароль LPFO. LPFO, LPFO. Соответственно, скачав демонстрационный материал по методике, предположим, исключение предметов. Тут опять же эта подсказочка присутствует. Мы делаем копипаст. Сохранили на рабочий стол папочку. Ну вот у меня в данном случае опосредованное запоминание. Да? Давайте я закрою это. Значит, вот опосредованное запоминание, уже разархивированное мною. Мы здесь с вами можем видеть 4 карточки из методики «Опосредованное запоминание» по Леонтьеву. Карточек много, тут приведены только 4. Надо сказать, что это абсолютно оригинальный стимульный материал данной методики, равно как и других материалов, методик, которые у нас на сайте размещены. Можно посмотреть, как они выглядят. 4 карточки. Давайте попробуем это сделать. Вот исключение предметов, предположим. Нажимаем. Оказываемся на Google диске, нажимаем сохранить, скачать вернее, и на рабочий стол скачиваем эту методику. Это можно закрыть, часть этой методики. И вот здесь вот она у нас появилась. У меня в буфере обмена сохранено 4 латинские буквы LPFO, и я говорю извлечь. Архив запрашивает пароль, и я вставляю Ctrl В, 4 латинские буквы, большие LPFO. Нажимаю ОК. И вот, собственно, методика, часть этой методики у меня разархивировалась. Открываю. Исключение предметов. Давайте сделаю вот огромные значки. И вуаля. На ваших глазах вы видите 2 карточки из 19 по методике исключения предметов. Абсолютно оригинальный стимульный материал. Таким же образом можно поступить с другими методиками, как качественными, так и, повторюсь, количественными, автоматизированными и так далее. Вот все очень просто. Каждый архив под паролем LPFO. Благодарю вас за внимание. Заходите на наш сайт, смотрите нашу продукцию, наши методики. И при необходимости заказывайте. На этом все и удачи вам!